будем эту тему опрос, я хотел бы в виде вопросов-ответов. Вот мы проходили тему индивидуальный подоходный налог. Как вы понимаете, индивидуальный подоходный налог — это что за налог? Индивидуальный подоходный налог, как бы его плательщиками являются физические лица, как бы, которые получают доход в Казахстане. Также индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, адвокаты, частные судебные исполнители. Объектами налогообложения являются доходы облагаемого источника выплаты и доходы необлагаемые у источника выплаты. Доходы физических лиц подвергаются корректировке. По следующим доходам это алименты, которые получают, полученные на детей и иждивенцев. Вознаграждения, которые выплачиваются физическим лицам, по их вкладам в банках. Вознаграждения по долговым ценным бумагам, доходы от прироста стоимости, дивиденды. Выигрыши в лотереях каких-то, выплаты для медицинских услуг, пенсионные выплаты, страховые выплаты. Хорошо. Так, еще я хотел бы задействовать и других. Вот Эльвира. Да. Эльвира, корректировки, что понимается под корректировками при исчислении индивидуального подоходного налога? Понимается, доход, мы можем уменьшить доход, корректируя по следующим доходам. Например, она же уже ответила то, что к этим доходам относятся там алименты, доходы от прироста стоимости. То есть мы можем уменьшить доход чтобы налог был меньше, да? Хорошо. Ставка там 10%. И еще хотела бы добавить, что доходы облагаемые у источника выплаты относятся доход самого работника, а также стипендии, доход в виде там дивидендов, вознаграждений, выигрышей, а к доходам необлагаемые у источника выплаты относятся имущественный доход, доход индивидуального предпринимателя, нотариуса, адвокатов и так далее. Хорошо. Следующий, Юрий, да, Барышев. Вопрос тебе. Вычеты, что относится на вычеты? Получается, вычеты из налогооблагаемых доходов, это получается, это пенсионные, это потом идет по добровольным пенсионным взносам, расходы на медицинские услуги, еще какие? Так, и получается, есть еще стандартные вычеты в размере
получается, одной месячной заработной платы. Ой, одного месячного расчетного показателя, получается. И все вроде бы. Ну, вычет это расходы, связанные с получением дохода. Вычеты – это расходы, связанные с получением дохода. Ну, очень правильный ответ. Это кто сказал у нас? Арай. Арай. Угу. Ну, правильно, Арай. Какие вот стандартные имущественные… А что за имущественные вычеты? Социальные, да. А? Имущественные. Стандартные, имущественные, социальные. Что? А что относится к имущественным? Да, имущественные вычеты. А, ну это суммы, направленные на погашение вознаграждения по наймам, полученным физическим лицом. А, как получается? Ну, вот как вы это можете понять? Вот объяснить пример можете привести? Ну, я поняла то, что для ремонта, да, для улучшения своего жилья, для жилищных условий, для улучшения. Ну, хорошо, но вот на примере, на числовом примере вы можете как-то это продемонстрировать? Затрудняетесь? Вот такой пример рассмотрим. Допустим, вам на покупку дома не хватает 1 миллион тенге, да? Кредит? Да. Ну, вы обращаетесь в жилстрой Сбербанк, получаете этот 1 миллион тенге. Ну, для того, чтобы удобно было считать, так, ну, возьмем 5%, 5% годовых, да? 5% годовых. И за 1 миллион 5% это сколько будет? 50 тысяч. 50 тысяч. Да. 50 тысяч. И вот смотрите. Ну, допустим, он на год взял. В конце года он должен вернуть 1 миллион. Он же в кредит брал, да? Он должен вернуть 1 миллион, допустим. И еще выплатить 50 тысяч. Это вознаграждение. Сумма процента по кредиту. Так? Угу. Ага. Вот 1 миллион он может поставить на вычеты? Вот мы рассматриваем две суммы. 1 миллион и 50 тысяч. Как вы думаете? Наверное, 50 тысяч относится к имущественным вычетам, да? А? Что-то не слышно? К вычету, говорю, относится, наверное, 50 тысяч. 50 тысяч, правильно. Ага. То есть вы же из своей зарплаты погашаете. Да, это получается расходы на выплату, да, вознаграждение. Вознаграждение, они уменьшают ваш налогооблагаемый доход. Это, получается, относится только к ипотеке, да, полученной в жилищном получается, строительном банке, да? В банке, да, да, да. А если вы кредит будете брать там в Каспи банке или в Халык банке, то на такие банки... Такого нет. Уже не будет. Ясно, да? Да.